С 28 августа в регионе ожидается смягчение карантинных мер. В выходные дни возобновляют работу предприятия общественного питания, рынки, торгово-развлекательные центры и ряд субъектов предпринимательства. Соответственно, продлевается и режим работы. Развлекательным заведениям, участвующим в проекте «Ашак», разрешается принимать гостей до 12 ночи, а объектам бизнеса со статусом «Лидер» до 2 часов. При этом свободный доступ в общественные места будут иметь вакцинированные граждане. Наличие зеленого статуса как и у сотрудников, так и посетителей. Хотела бы еще раз это расшифровать и сказать, что такое зеленый статус. Зеленый статус – это 100% вакцинирование всех ваших сотрудников, работников, предпринимателей, за исключением тех, которые имеют медицинское противопоказание, согласно справки с Лечпрофорганизацией, и те лица, которые переболели последние 3 месяца данной инфекцией и имеют на это тоже соответствующий документ. Естественно, посетители заходят только с зеленым статусом через приложение «Ашак».